Сотрудники отдела МВД России по Заинскому району вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан. Коллеги их торжественно встречали у отдела полиции. Встретить на родной земле долгие годы. Эта командировка, она продолжается. В этот раз также она успешно закончилась. И с вашим участием вы максимально честно, добросовестно служили, за что и были отмечены со стороны руководства аппарата МВД Республики Татарстан только с положительной стороны. Начальник отдела поблагодарил за образцовую службу по охране общественного порядка в Республике Дагестан. Здесь ребята 6 месяцев служили совместно с местными правоохранительными органами. Старший оперуполномоченный полиции Эдуард Минеев служил 6 месяцев на Северном Кавказе. Группа из 4 сотрудников полиции с 22 июня по 22 декабря проходила службу в населенном пункте Шамиль-Кала Республики Дагестан. Ну, все прошло, как сказать, без замечаний, без эксцессов, без происшествий. Все вернулись живы-здоровы, самое главное. Служба, конечно, трудная. Все вот 181 сутки мы находились там, все время было в работе. Для многих это не первая командировка на Северный Кавказ. На родине ребят ждали сослуживцы, руководство отдела, родные и близкие. Так что возвращение домой стало для всех хорошим подарком на Новый год. Елена Маврина, Игорь Майоров. Новости Татарстана.